Итак, для борща нам понадобится один бурячок, одна морковка. Берем и будем тереть это все на крупной терке. И перекручиваем все это. Берем точнее. Так, и теперь бурячок нам нужен. Перекрутим буряк. Так как лук у меня в семье никто не ест, кроме меня, визуально никак, мы его сейчас в блендере перебьем. Итак, будем взбивать лук на блендере. Готово. Теперь пошлите делать зажарку. Разогреваем сковородку и будем все это жарить. Итак, забрасываем, добавили масло подсолнечное и отправляем жарить наш лук. Итак, пришло время, чуть-чуть поджарился лучок. Отправляем сюда морковочку и бурячок. Вот. И все это хорошенечко обжариваем. Еще сюда пойдет сок томатный. Так, зажарка наша готова. Хорошо выжарили ее. Потому что если вы сильно не выжарите, то будет привкус сильно слышно лука и морковки. Вот, добавляем сок. Где-то грамм 300. Можете в стаканчике измерить. Так, все это теперь у нас прокипит еще минут 10. Сейчас мы добавим сюда соль, перец. Соль, перец по вкусу. Вот. И значит, все это еще минут 10 кипит и можно выключать. А тем временем у нас варится картошка уже. Бросили картошку, сейчас она закипит и можно будет продолжать дальше. Итак, я подумала, сок хорошо выкипел, добавляем, наверное, грамм, ну, половину. Точно, а то и больше. Грамм 700. Потому что кастрюля у нас будет большая. Вот. И теперь это все пускай кипит у нас. Итак, пришло время. Томат прокипел минут 15. У нас есть баночка бычков. Отправляем ее сюда. Есть и баночка, есть вот такой вот элитной килечки. Кайджа, прибалтийская. Ой, какая она, вот это красивая прям вообще такое. С хлебушком тоже будет вкусненько. Все это перемешиваем и даем еще минут 10 покипеть. Открыли фасольку, у нас такая фасоль будет, бандюэль. Пока заправка у нас томатной с килькой кипит, мы порежем капусту.
Итак, картошка наша готова. Бросаем туда бандюэль, фасоль. Мы ее промыли от своей жидкости. Она какая-то слизистая была. Так, теперь сюда пойдет у нас капуста, которую мы порезали. Так, капусточка. Я не люблю густой, поэтому тут тоже смотрите, по как вам нравится, погуще, не погуще, сколько капусты. Так, это все перемешиваем. Капуста молодая. И сейчас сюда мы отправляем уже нашу зажарку. О, как красиво! А как пахнет, товарищи! Я уже мечтаю, пока он остынет. А это будет так долго вообще. Хотя многие ставят воду, я знаю, в холодную, чтобы ускорить этот процесс. Так, это все перемешиваем и пробуем соль, перец и даем настояться, прокипеть минут 10, даже меньше. Ну, может быть, закипело. Когда закипит, еще 5 минут и хватит. Так, капуста же у нас молодая. Все. Ждем, пока закипит. Готов наш борщ. Выключили его. Он прокипел 7 минут. Теперь ждем, пока он будет остывать. И будем ужинать, наверное, холодненьким. Всем приятного аппетита!